вот они. Это те самые бобы. И там есть блевотина, ушная сера. Вы готовы увидеть замок Гарри Поттера? Я к нему все ближе и ближе, чат. Добро пожаловать. Ну а перед просмотром этого ролика обязательно подпишитесь на канал Creed Life. Нажмите большой палец вверх, ну и оставьте свой комментарий. Ну а чтобы не пропускать все это вместе со мной в прямом эфире, разделять эмоции, комментировать все это, то можете подписаться на мой Twitch. Я стримлю там почти что каждый день. Поэтому все заходите на канал Егор Крид на моем Твиче и давайте смотреть все это вместе. Ну а сейчас приятного вам просмотра. Йоу, чуваки, салют. Видно, слышно, что с Анетом? Я переживаю, чат, короче, за то, что здесь могут на меня чуть вылупаться, за то, что у меня, типа, селфи-стик и идет стрим. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Блин, я не знаю, узнаете ли вы эту локацию или нет, но вот здесь, именно вот на этом месте, снимали клип Крис Брауна с Лил Уэйном и Тайга. По-моему, Лил Уэйн, Тайга и Крис Браун в этом клипе. Короче, да, вот на этой локе снимали клип Loyal. Короче, мы приехали в Universal Studio Park. Вы все знаете Universal Studio. Это студия, которая подарила нам очень много разных крутейших фильмов. Вот, и этот парк, посвященный Universal Studios, здесь куча разных аттракционов, посвященные фильмам, которые они сняли, блокбастерам, которые они сняли, трансформерам, парку Южного периода и так далее. Сейчас мы здесь. Приехали показать вам изнутри. Здесь огромный вообще есть замок Гарри Поттера. И я надеюсь, что сегодня мы с ребятами купим Jelly Beans. Я вот сколько раз здесь был, я никогда не покупал Jelly Beans. Но тут есть прям бобы Гарри Поттера, там типа с рвотой, с ушной серой. Ты готов попробовать? Ну только не с рвотой. Нормально. Не-не-не, мы будем типа мешать их. Понял? И друг другу рандомно давайте, у кого чем попадет. Бежимся мимо фонтана. Ну я могу, кстати, пробежаться. Ну, смотри, подожди, я смотрю, он должен понять технику. Так потом ходить. Нет, так можно пробежать, когда вода не идет. Готов пробежаться? Когда вода не идет. Очень холодно. Нет, подожди, сейчас она пойдет. Давай, что, прикалываешь? Я готов. Ты будешь мокрый. Что это? Дым. Это дым. Это сейчас будет тепло. Ну ладно, беги, пока нет воды. Быстрее! Ну, в целом. Сочканул Егор. Пойдем. Да нет, я не пойду. Смотри, она начинает опять. Ладно, раз, два, три. Нормально. Султан. Сул, let's go. Что за развлечение? Очень, блин, ты видел? За секунду просто. Ну все, ребят, вы посмотрели на самые крутые аттракционы в Universal Studios, на этом я думаю... Блин, чат, вы охренеете от замка Гарри Поттера, реально. Вот это прям must have shit. Кстати, для тех, кто это смотрит на YouTube, подпишитесь на канал Creed Life обязательно. Поставьте большие пальцы вверх, напишите комментарии там и так далее. И не пропускайте это все в прямом эфире на Твиче, потому что, ну, скучно без вас, реально. У нас здесь классная атмосфера, поэтому заходите. Ссылочка на Твич есть в описании. Короче, вот эта зона, в которой мы сейчас находимся, здесь есть кинотеатры, магазины всякие, шопы, кафешки. Сюда люди приходят, могут потусить, что-то поделать, пошопиться, погулять. Но самая главная часть — это вот там вот дальше. Смотрите. Просто чек атмосферку. Красная дорожка. Universal Studios. И очереди. Все в людях. Вау! 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 Готовы, чат? Смотрите. Мы заходим в мир Гарри Поттера. Прямо сейчас вместе с вами. У-ху-ху! Вау! Хогвартс Экспресс, чат, хотим? Hello, sir! Hi, how are you? I'm good, brother, you? Where are you from? I'm from Russia, you? Oh, originally here, well, now I'm here in Hogsmeade. Fine, thank you, sir. Bro, yo, look at this dance move. Вы готовы увидеть замок Гарри Поттера? Я к нему все ближе и ближе, чат. Добро пожаловать.
Погнали на горку. Давайте, а где? Где без очереди? Ну, я хочу на фоне Хогвартса с вами сфоткаться. Иду. Блин, надеюсь, они сейчас мой телефон не заберут. Как они орут. А это домик Хагрида? Да. Вот видите, зачем мы фаст-треки покупаем? Потому что смотрите, какая здесь очередь огромная стоит. А мы ее все обходим. О, ты со мной? Давай тоже сфоткаемся. Фоткай. О, мы поехали. Вау. 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 А как перевернуть, я не знаю. У меня сейчас пиво тоже. Вот это меня укачало просто за 5 секунд. А, все? Ну это было весело, мало, но весело. Да, чат. Dark Lord is right here. О, вот, это моя. О, палочка Волдеморта. Что, ее берем? Или Гарри Поттера? Make your dick smaller! Там продавец реально херил от этого заклинания. That's what awaits the winner of the Tri-Wizard Tournament. Only one will host the Chariot of Champions. The vessel of victory, the Tri-Wizard Cup! Надо добиться Джелли Бинс срочно. Давай, под пиво шлёшь. Чтобы нас, чтобы точно блеванули. Да. Вау. House of Harry Potter. Да, вот они. Это те самые бобы. И там есть блевотина, ушная сера. Лягушку бери, там карточка, говорят. Карточку мы можем взять? Давай возьмем. Just chocolate? How much? Those are 15. 15, yeah. Okay. Can I get one? Так, давайте пробовать бобы. Так, Стас. Да. Снимай. У меня со вкусом мыло. Оно прям мыло-мыло. Да классно. Классно? На, бери. Что в нем блевочина. Я возьму свой любимый цвет. Синий? Это ультрамарин, да. Ультрамарин. Пожалуйста, хоть бы не блевотина. Давай. А ты проглотил? Нет, ну я разжевал сначала. У него нормально что-то. А у меня вкусное? Да? У тебя норм? Что за вкус? Ну просто как заправка. Ну, заправка? Как не замерзай, купили. Там что, все? You need to tell flavor. It's baby. Вау, so. We need the ambiance. Bro, what's the flavor? It's good. А? It's good? What's the flavor? It's sweet? It's orangey, a bit of... No, very orangey. Very orangey. Не, у него нормальный. Я хочу вот эту. Че? Сера? Перец. Перец? Вкус перца. Ну-ка, дай, я еще хочу. Это... Никто не пробовал, да, еще? Нет, норм. Я думаю, вот это блевотина. Или ушная сера, я отвечаю. Вижу, тебе тут чат пишет, Егор, звони сразу 5. Смотри, ну-ка. О, отрыжка у тебя пошла? Фу, ну че, ну что, с чем? Это сера? Облежу тебя внутри уха. Смотри сюда. Да ну нет, Егор, нет. Тут точно будет сера. Ну нет. А че ты врешь? Правда? Да. Сера? Полная пи***за. Я на самом деле обожаю Jelly Beans. И типа мне плевать, даже они невкусные, я все равно их хаваю. Не, они сказали, что... Где карта? Вот карточка. Конечно. Внутри, ну. Вау, ебать. Что там? Сейчас, короче, два здесь самых, наверное, потрясных аттракциона. Это «Мумия». Я не знаю, увидите ли вы что-то оттуда или нет, потому что она очень быстрая, и там темно внутри. И вторая — это парк юрского периода. Вот там красиво, правда. И я думаю, что вам понравится, а если там, интернет где? Не пропадет. Динозавры или драконы? Блин, ну здесь вам просто будет темно. Ча-ча будет жестко.
Короче, чат, это самая жесткая горка, которая тут есть. И она реально страшная. Не, это еще. Нормально, с кармана достали. Ключи, когда мы едем. Ну да, мумия здесь самая прикольная. Я понимаю, что вы ничего не видели, чат. А вам хоть что-то слышно было? Короче, я буду заканчивать стрим, у меня все лагает, там онлайн падает. Друзья, родные, я очень хотел постримить с вами с Universal Studios. Вот, хотел вам показать всю эту красоту, чтобы вы вместе со мной прожили эти эмоции на стримчанском, но, к сожалению, интернет подвел. Вот, наверное, проблема в том, что нужно стримить с другого приложения. Я не знаю, в чем. В общем, буду выяснять, чтобы в будущем вам что-нибудь еще здесь застримить. Я хотел же Диснейленд вам еще попробовать. Спасибо всем тем, кто был на стриме. Всем желаю самых сладких снов и связь.